С вами канал ProMint, в этом видео я покажу быстрое прохождение карты Dame Time Ogden. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт. Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Прогружаемся на карту. Берем задание. Подбираем вещь и бежим прямо. Берем еще одно задание и бежим теперь по стрелочкам. Проваливаемся вниз. Поворачиваем налево. Подбираем вещь. И поднимаемся наверх. Поворачиваем налево. Подходим к человеку и нажимаем кнопку Е. Разговариваем с ним и дальше бежим по стрелочкам. Заходим в библиотеку, разговариваем с мужчиной. Прыгаем на книжечку и нажимаем Got It. Поднимаемся наверх. И спрыгиваем вниз, бежим обратно в библиотеку. Сдаем задание мужику и подбираем еще одну вещь. Выходим из библиотеки и бежим по указателям. Подходим к памятнику, выполняем задание и ждем, пока он поднимется. Прыгаем вниз, подбираем вещь и еще спускаемся вниз. Прыгаем в шахту лифта и бежим вперед. Подходим к стрелочке, забираем задание, бежим теперь направо, еще раз направо. Поднимаемся по лестнице и поворачиваем направо. Спускаемся вот в такой разлом, поднимаем вещь и подходим к компьютеру. Бежим к дверям напротив, подбираем вещь и дергаем за два рычага. Дверь открывается на кнопку Е. Заходим в лифт и нажимаем кнопку Е. Бежим прямо, открываем дверь на кнопку Е. Поднимаемся по лестнице. Обязательно пропрыгиваем все вот эти ямы, нам нужно попасть вперед. Убиваем крысу. Проходим дальше. Тут поворачиваем налево и просто пропрыгиваем, можем крысу не трогать. Разговариваем с человеком и проходим дальше по указателям. Заходим в дом, поднимаемся на второй этаж, поворачиваем налево и разговариваем с мужчиной. Поднимаемся на третий этаж. Заходим в комнату с указателем, берем вот этот бокс и выходим из комнаты. Спрыгиваем на второй этаж и бежим вот в такой выход. Нам нужно выбраться из здания. Спрыгиваем вниз, и нам нужно сдать задание этому мужчине. У меня вот персонаж забагался, я просто побегал около него, и мне это помогло. Бежим дальше по указателям. Заходим в спортзал. Берем задание у робота. Дальше подходим к тренажерам и нажимаем просто кнопку Е. Сдаем задание и выходим отсюда. Подходим, нажимаем кнопочку Е, у нас открывается новая локация. Тут поворачиваем направо, и нам нужно собрать 6 таких штучек.
проваливаемся вниз, бежим прямо, мы умираем от киллзоны, возрождаемся в таком лесу, и посмотрите, как тут нужно ориентироваться в лабиринте. В данной точке мы бежим прямо, и деревья расходятся сами, ничего нажимать не нужно. Мы подходим к магу, и по идее он нас должен убить, и мы должны возродиться в новом месте. Меня он не убил, я прописал слэш респаун и добежал до этой точки сам. Тут мы должны были возродиться, бежим прямо, прыгаем по таким глыбам. И нам нужно обязательно спрыгнуть направо, чтобы забрать шестую вещь. Поворачиваем направо, прыгаем по глыбам и забираем седьмую шмотку. Подходим к роботу. Бежим налево и забираем восьмую последнюю вещь. Возвращаемся обратно. Поднимаемся по лестнице вверх, и тут нам нужно на паркуре найти 4 задания. Посмотрите маршрут. С финиша спрыгиваем вниз и бежим по указателям. Заходим в такой бункер. Умираем и воскрешаемся тут. Мы не можем отсюда выбраться, нам нужно посмотреть такой мультик. Мы опять умираем, воскрешаем и подбираем такой шарик. Бежим брать новое задание. Оставляем тут шарик и берем задание. Бежим к указателю. Подходим, нажимаем кнопку E, забираем такой артефакт и бежим обратно. Просто его тут оставляем, и так нам нужно сделать 4 раза. Смотрите маршруты. I'm not afraid to die.
Кладем последний артефакт и подходим к человеку. Разговариваем с ним. Берем наш шар, который мы оставляли тут ранее, и убиваем им крыс. Нам нужно убить 15 штук и собрать шляпки, которые из них выпадают. Подходим и сдаем задание. Подходим на указанную точку, нажимаем кнопку Е, и нас сейчас убьет. Воскрешаемся опять тут и смотрим мультик. Бежим выполнять последнее задание. Берем вещь с красного куба и оставляем ее вот в этой зоне. Далее нам нужно их класть в определенном порядке. Смотрите на стене. Кладем последний артефакт, собирается портал, нажимаем кнопку Е, соглашаемся. Все задания на карте выполнены. Спасибо за просмотр, удачи!